На грузинской банкноте в 20 лари можно увидеть изображение Вахтанга I Гаргасали, сын Матридата V, царь Иберии второй половины V века. Вахтанг I стоял у истоков грузинской государственности. Он перестроил, а по другим источникам основал Тбилиси. А еще в Тбилиси он перенес из Мцхеты столицу государства. Всеми силами государь добивался автокефальности грузинской церкви, в определенном смысле стараясь освободиться от влияния Византии. Вахтанг I вел безуспешную войну с сильным персидским государством и, в конце концов, вынужден был бежать в дружественное Лахское царство. По преданию, царь носил во время битв шлем в форме волчьей головы и оттого получил прозвище Гаргасали – волчья голова. В бою Вахтанг и погиб. Случилось это в 502 году в Кахетии, близ села Уджарма. Погребен царь в древнейшем грузинском храме Светицхавели. В Грузии очень чтят этого правителя. В центре Тбилиси есть памятник царю, есть площадь его имени. Одна из высших наград страны учреждена в его честь. А грузинской церковью Вахтанг I Гаргасали почитается святым.